Рустам Миниханов сегодня с рабочим визитом в Кыргызстане. Здесь он принимает участие в мероприятиях в рамках международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи». Салават Купера сегодня заселили еще один дом. Новоселы, участники программы соципотеки, молодые семьи и те, кто переехал из аварийного жилья. Напомним, в этом году госжилфондом при президенте Татарстана введено в строй 83 дома. Семейный совет Ульяновска предложил отказаться от понятия «брак». Вместо этого предлагают пользоваться словосочетанием «семейный союз». Как подчеркнул губернатор области, с подобной инициативой планируют обратиться на федеральный уровень.